Добрый день, уважаемые участники! Рады вас видеть на нашем онлайн-семинаре «Отечественный САПР и BAM. Решения для обучения и работы». Семинар будет на онлайн-платформе Microsoft Teams. У вас на панели инструментов есть вкладка «Вопросы». Посмотрите, пожалуйста. Просим писать туда все вопросы по материалам и презентациям спикеров. Наш вебинар записывается, и запись будет разослана в течение нескольких дней после вебинара. Мы начинаем наш онлайн-семинар. Я передаю слово нашему первому спикеру Дмитрию Русину, руководителю департамента САПР и ГИС компании Softline. Дмитрий, как меня слышно? Коллеги, добрый день. Добрый день, вас слышно хорошо. Отлично, сейчас я покажу свою презентацию. Итак, коллеги, давайте начнем. Мне выпала честь с приветственным словом выступить. Меня зовут Русин Дмитрий, я являюсь руководителем департамента развития САПР ГИС научного программного обеспечения Softline в России. Сегодня вас ждет 2 часа интересных полезных докладов. Мы поговорим с вами об отечественных решениях автоматизированного проектирования для архитектуры и строительства, инженерных изысканий, информационного моделирования объектов капитального строительства, собственно, ключевых составляющих цифрового строительства и применимости данных решений в рабочих процессах предприятий и в учебных заведениях, собственно, в обучении. Мои коллеги из наших партнеров, собственно говоря, расскажут о своих решениях, о том, как выстраивается работа с учебными заведениями, о том, как система вписывается в рабочие процессы предприятий. И в конце мы можем ответить на вопросы, будь есть вопросов и ответов. Ну и вначале несколько слов о компании Softline, которую я представляю. Компания Softline является ведущим глобальным поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания Softline является надежной опорой для наших заказчиков при создании, поддержке, модернизации IT-инфраструктуры для различных направлений и отраслей. В компании работают более 4000 сотрудников и реализуют комплексные проекты по всей территории Российской Федерации. Компания Softline сотрудничает с более чем 6000 российских и глобальных разработчиков программного обеспечения для информационной безопасности, для облаков и виртуализации, ну и, собственно говоря, программное обеспечение, чего программное обеспечение, основные направления деятельности представлены на данном слайде. Одним из направлений деятельности компании Softline является САПР, ГИС и научное программное обеспечение. Компания Softline является одним из сильнейших игроков на рынке решений САПР и ГИС в России. Наш основополагающий принцип – это комплексный подход к решению задач заказчика. Специализация охватывает различные отраслевые направления. От исследования и обоснования проектных решений, собственно говоря, проектирование, анализ, подготовка, самопроизводство, эксплуатация, вывод эксплуатации. Географическое присутствие наше охватывает все территории Российской Федерации. Мы находимся вблизи с нашими заказчиками и помогаем в подборе, выборе решений, в рекомендациях, поставке, развертывании и оказании всех необходимых консалтинговых услуг для внедрения САПР-систем. Мы обладаем технологической экспертизой, предлагаем комплексный портфель отечественных решений для следующих задач. Это базовые универсальные САПР-решения, системы для архитектурно-строительного проектирования, с применением технологии инвестиционного моделирования зданий и сооружений, программное решение для проектирования и строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, машиностроительные системы, программное решение для приборостроения и проектирования печатных плат, система для инженерного анализа конструкций и изделий различной сложности и масштабов, КАМ-системы, системы для управления жизненным циклом разработки изделий, управления инженерными данными, организации среды общих данных, электронного архива, эксплуатации и так далее. Ну и, конечно же, геоинформационные системы для сбора, хранения, анализа, управления визуализации графических данных. Ну, и как небольшой итог моего приветственного слова, я выделил ключевые цели и задачи, которые стоят перед отечественными САПР решениями в текущих условиях рынка в России. Конечно, это практическое решение задачи реализации намеченных планов инжиниринга и деятельности предприятий и организаций различных отраслей в условиях цифровой экономики и с учетом ограничений импорта.
Для машиностроительной отрасли это повышение и поддержка эффективности конструкторско-технологических рабочих процессов предприятий, комплексное развитие и обеспечение эффективного управления жизненным циклом производства изделий. Ну а для строительства это поддержка развития строительного проектирования с применением, с развитием применения информационного моделирования объекта капитального строительства, а также организация доступной и гибкой среды общих данных для всех участников инвестиционно-строительной деятельности. Ну и, собственно говоря, более подробно сегодня с коллегами в течение 2 часов мы пообщаемся о данных системах для, собственно, архитектуры строительства, инженерных изысканий и информационного моделирования объекта капитального строительства. Итак, коллеги, я передаю слово своим коллегам из Credo Dialog. И мы передаем слово нашему следующему спикеру Ирине Рак, координатору работы с учебными заведениями компании Credo Dialog. Как меня слышно? Хорошо слышно. А как слышно меня? Вас видно тоже ли? Слышно. У меня почему-то идет такая небольшая задержка трансляции, поэтому... Да, такое бывает. Вот, я сейчас тогда включу свой экран, да, презентацию включу. Сейчас. Так. Видео выключу, потому что идет задержка. Виден ли мой экран сейчас? На данный момент еще нет. Да. Ну, в общем, не получается сейчас у меня быстро, потому что идет задержка. И я даже не могу сейчас управлять экраном своим. Вот. Я начну пока свою речь, может быть, да, во время этого. Вот он, появилась возможность. Значит, я являюсь представителем компании Credo Dialog. И очень давно, уже порядка около 15 лет, занимаюсь... работаю в направлении сопровождения учебных заведений. И эта работа достаточно интересная. И сама работа, в общем, проект этот называется проект Credo ВУЗ. И началась эта работа в 1999 году. Сейчас, скажите, коллеги, видно ли моя презентация? Вроде как должна была запуститься. Да. Видно. Теперь да. Замечательно. Значит, вообще проект Credo ВУЗ преследует следующие цели. Это первое-наперво, это помочь учебному заведению быть привлекательным как для абитуриентов, так и для будущих работодателей. На сегодняшний момент никто не может опровергнуть ту истину, что инженерное образование сейчас является наиболее приоритетным среди других специальностей, других направлений в образовании. Потому что именно инженера являются теми двигателями прогресса, который мы наблюдаем в сегодняшней жизни. И, соответственно, молодые люди, выбирая себе специальность, они в первую очередь обращают внимание на то, кем они и будут после окончания учебного заведения. Вот. И если учебное заведение работает с новыми технологиями, обучает своих студентов работе с этими технологиями, то, соответственно, такое учебное заведение является приоритетным для абитуриентов. Кроме этого, для того, чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо, чтобы и преподавательский состав, соответственно, был готов к этому и умел работать с новыми технологиями. Ни для кого не является секретом о том, что на сегодняшний момент, к сожалению, учебные заведения, в учебных заведениях, наверное, порядка 40-50% это уже являются люди, которые имеют возраст от 50 и плюс.
Вот. И, соответственно, необходимо способствовать тому, чтобы омолаживался преподавательский состав учебного заведения. И это возможно, если учебное заведение готово работать с новыми технологиями, с новыми приборами. Вот. И тогда мы получим новых преподавателей, молодых преподавателей, которые смогут продвигать новые технологии в этом учебном заведении. Ну и, естественно, должна быть возможность у учебных заведений это постоянное повышение своего профессионального образования. Вот. Все эти перечисленные цели являются задачами, в том числе, компании «Кредо-диалог» в направлении работы с учебными заведениями. Я чуть ниже в презентации все это расскажу, как компания работает в этом направлении. Итак, с 1 сентября 1999 года компания «Кредо-диалог» запустила в действие программу «Кредо-вуз». Ну и суть этой программы заключалась в том, что учебным заведениям предоставлялись по льготной цене учебные комплекты. И на момент запуска этой программы учебных комплектов был всего один, и входили туда программные продукты, которые на тот момент выпускала компания «Кредо-диалог». Наверняка, ну, не знаю, вот мне кажется, что сейчас состав аудитории достаточно молод и, наверное, не слышали такие программные продукты, как «Микс», «Тер», «Кат». Вот, это одни из старейших программных продуктов компании «Кредо-диалог». И все вот эти программы, они были сделаны на операционную систему DOS. После, когда уже начали переходить на новую операционную систему Windows, чуть позже, сформировались новые учебные комплекты, которые были сформированы по направлениям деятельности. И на сегодняшний момент это 9 учебных комплектов. И в учебные комплекты входят, ну вот кроме последнего комплекта, во все учебные комплекты входят по 11 лицензий различных программных продуктов. Вот. И в своей массе, вот допустим, комплект «Инженерная геодезия» включает в себе порядка более 60 программных продуктов, различных программных продуктов, которые могут быть использованы в направлении «Инженерная геодезия». Это 11 лицензий программы «Кредо-даты», 11 лицензий программы «Линейные изыскания», «Объемы», ну и так далее. И таким образом, вот в чем суть заключается? Заключается в том, что порядка 95% скидки предоставляется на приобретение учебных комплектов для учебных заведений. И таким образом учебное заведение может использовать, может позволить себе покупать один, два, в нескольких учебных заведениях более двух учебных комплектов. Есть те, которые используют порядка 8-10 учебных комплектов в своем университете, потому что не только одна кафедра использует учебные комплекты, это могут быть различные кафедры университета. И на сегодняшний момент 433 учебных заведения являются клиентами компании. И здесь я привела статистику такую небольшую, график, который показывает количество приобретаемых учебных комплектов за год. Но не брала с начала 2017 года. С 2017 года почему? Потому что именно в этом году стартовал чемпионат WorldSkills и начала работать компетенция геопространственной технологии, раньше она называлась геодезия, и вот, и в которые были включены, в том числе, в конкурсное задание учебные программные продукты «Кредо». Вот, и здесь хорошо видно на графике
Да, пик 2019 год получился, и тогда позже уже это пошел спад из-за развития коронавирусной инфекции. Да, и когда немного начала притормаживаться деятельность, в том числе и в развитии движения WorldSkills, ну и в технологии работы с учебными заведениями. Вот, начиная с самого развития работы проектов, проекта CredoVUS, в компании были открыты несколько интересных проектов. Организовывались и были они проведены. Это такие проекты, как Олимпиада, экспедиция Кредо, а также различные конкурсы были, в том числе совместные конкурсы с производственными проектами, конкурсы методических пособий. На различных конференциях, проводимых компанией, это ранее были ежегодные конференции, это были отдельные секции по работе с учебными заведениями. Я немного начну говорить, расскажу про каждый проект понемножку и пущу одновременно такой слайд-шоу с фотографиями, сделанные с этих наших проектов. Вот. Значит, есть чем похвастаться, конечно, компания. Это были замечательные проекты. Пока деятельность их немного притормозилась, опять же, из-за развития ковида в различных странах мира. Вот. Значит, Олимпиада Кредо. Олимпиада Кредо, она проводилась, цель ее вообще-то подразумевалась, что преподаватели и студенты смогут показать то, каким образом они овладели программными продуктами Кредо, показать свои наработки. Преподаватели могли представить учебно-методические пособия, в которых описывались технологии работы с учебными заведениями, с программными продуктами Кредо. А студенты могли представить свои дипломные работы, могли представить курсовые проекты, выполненные с применением программных продуктов Кредо. Было проведено порядка 5 олимпиад, которые проходили в различных учебных заведениях. Еще подразумевалась цель, что таким образом мы сможем ознакомить участников олимпиады с ведущими учебными заведениями Российской Федерации, Республики Беларусь. Так, первая олимпиада у нас проходила в Нижегородском ГАСУ, вторая проходила в Белорусском национальном техническом университете, третья олимпиада прошла в стенах Санкт-Петербургского университета путей сообщений. Далее мы встречались в КФУ, Казанский федеральный университет, был Екатеринбургский горный университет. Вот такие интересные ведущие учебные заведения нас принимали, и, соответственно, мы... Соответственно, во время проведения, кроме того, что мы знакомились с этими учебными заведениями, посещали их музеи, далее устраивались также экскурсии по городу, который принимал олимпиаду. Ну вот, на мой взгляд, это был замечательный проект. Планируем далее проводить его далее, дать ему повторную жизнь. Вот. Следующий проект, о котором тоже хочется сказать, это экспедиция Кредо. Конечно же, это тоже один из проектов, которым Ирина. Ирина, вы с нами? Так, Ирину, к сожалению, не слышно. Возможно, у нее сбой со связью. Прошу подготовиться следующего спикера.
перехватить доклад. Елена Гусева, скажите, вы с нами? Елена? Как меня слышно? Здравствуйте, я слышу вас. Немножко небольшая задержка идет. Отлично. Можете, пожалуйста, перехватить доклад. Мы дальше продолжим с Ириной Рак, когда она наладит связь. Можете? Сейчас пробуем. Итак, я представлю нашего следующего спикера, Елену Гусеву, менеджера по маркетингу системы компании «Компас» в строительстве, компания «Аскон». Сейчас у меня перехватывается. Скажите, как меня видно? Вас видно хорошо. Пока у меня загружается презентация, познакомлюсь с вами. Я представляю компанию «Аскон». Меня зовут Елена Гусева, и я представляю строительное направление компании «Аскон», именно продукта «Компас». Но сегодня будут еще выступать мои коллеги, которые покажут, расскажут о других продуктах и компонентов, поэтому немножко расскажу объемно вначале, вступлю, расскажу про наши продукты, и потом коллеги меня подхватят. Скажите сейчас, что мне демонстрируется? Демонстрируется ли? Так, секундочку. Да. Видно, да, заставку? Да, заставку видно. Да, ну еще раз добрый день. Так, и единственное, что может быть камеру отключу, ну ладно, уже не буду. Коллеги, смотрите, мы представляем комплексное решение для ПГС-отрасли. И у нас очень большое количество различных продуктов, партнерских в том числе, наших сервисов. И мы успешно предлагаем комплексное решение, которое уже зарекомендовалось на рынке много лет. И обратите внимание, то есть мы так цветовую гамму я вот здесь выбрала, то есть очень большое количество инструментов для проектирования, моделирования. И сейчас вот я расскажу про чертежные инструменты Compass 3D, Compass Graphic. Коллеги дальше расскажут про BIM проектирование и сервисные наши услуги именно по обучению, соответственно, поддержке строительных вузов. Буквально несколько слов о компании «Компас», о системе решений «Компас». Обратите внимание, то есть я выделила здесь основные характеристики, на основе которых производится выбор нашей системы сейчас в этих, например, даже сложных условиях, и на что обращают внимание пользователи. То есть это платформа для моделирование, проектирование 2D, 3D. На платформе для строительного проектирования мы предлагаем еще технологию интеллектуального проектирования, я чуть попозже с ней расскажу. Далее мы для строителей строительной конфигурации предлагаем еще обширные базы данных строительных элементов. И что характеризует Компас, это единый стандарт оформления чертежей по различным ГОСТу СПДС и СКД. И плюс можно настраивать еще свою систему оформления. Но единственное, что утверждается, что Компас, получается, поддерживает стандарт оформления полностью, например, кафедры, факультета, либо предприятия. И плюс еще разработаны специальные приложения, которые автоматизируют тот или иной раздел проекта, например, технологическое проектирование, водоснабжение, канализационное, водоотведение, проектирование наружности и так далее. И вот именно автоматизация по разделам предлагается различные приложения. Я к строительной конфигурации, я чуть попозже об этом расскажу. Итак, для знакомства, если кто не знаком с Компасом, расскажу поподробнее, из каких компаний он состоит. Если кто уже знаком с Компасом и использует, может быть, вы что-то услышите для себя нового и воспользуетесь теми нюансами в вашей работе. Итак, саппорт Компаса состоит из нескольких компонентов. Во-первых, Compass Graphic. Compass Graphic – это фрагмент и чертеж. Compass 3D для трехмерного моделирования. Compass – инженерный текстовый документ, это полноценный редактор.
для оформления пояснительных записок, и специализированные приложения и каталоги. Вот специализированные приложения и каталоги у нас разделяются также по конфигурациям. Есть строительная, машиностроительная конфигурация и приборостроительная. Но нам актуальна как раз сейчас строительная конфигурация. И еще бывают такие виды специализации, когда строительное проектирование, например, промышленное проектирование, находится на грани между строительными и машиностроительными. Например, для технологического проектирования разработка, например, нестандартного оборудования под соответствующую задачу. И тогда пользователь приходит на помощь как строительной конфигурации, так и машиностроительной конфигурации. И коллеги между собой обмениваются, полноценно обмениваются данными. Если представить визуально компас 3D, то главный инструмент – это чертеж. Для строительного проектирования мы говорим о том, что мы размещаем элементы на чертеже, фрагменты, спецификации. И, соответственно, компас 3D нам дает и подготовку инженерного текста документа, и трехмерное моделирование. Сейчас немножко поподробнее я расскажу о том, что, как инструменты помогают в выполнении тех или иных задач. И буквально несколько слов о компонентах. Компас, график, компонент, фрагмент – это неограниченное пространство с масштабом 1 к 1. Для чего? Для того, чтобы проработать, например, какой-то узел. Можно этот узел сделать параметрически. Можно сделать собственный каталог, например, каких-то изображений определенных элементов. Сделать эти элементы все параметрические. И, соответственно, использовать дальше уже на чертеже. А также фрагмент, он используется для обработки геометрии. То есть, если, например, необходимо прочитать геометрию в формате DVG, то когда вы открываете формат, файл формата DVG с помощью компас графика, то информация вся будет прочитана в пространство фрагмент. И дальше уже из пространства фрагмент мы копируем информацию и вставляем в пространство, в чертеж. Чертеж – это основное, является основным документом. Он представляет собой оформленный уже вид оформленное уже пространство листа, где можно представлять себе как все возможные инструменты для представления как графических примитивов, так и является собой держателем тех или иных приложений, инструментов приложений. И дальше мы используем различные виды на чертеже с различными масштабами, и в том числе в этих видах могут быть различные большое количество слоев. То есть мы, например, взяли из фрагмента, прочитали информацию, взяли, разместили на чертеже, например, формат, масштаб, вид первый, масштаб 1 к 100, и второй, например, масштаб 1 к 20 и так далее. И также, если мы работаем в компас-графике, в чертеже, мы начинаем с него работу, у нас сразу есть оформленный чертеж, мы видим дерево чертежа, где настраиваем и отображение, и стандарты, и виды, и так далее. Также, например, чертеж мы можем взять информацию от, из другого чертежа. И, например, технологическая часть является ведущей. Коллега ваш в проекте сделал свою часть. Вы можете взять изображение его оборудования и разместить, например, строительные конструкции уже в своем виде. И если тот первоначальный чертеж будет изменяться, соответственно, придут эти изменения к вам в виде информационного окна диалога. Также, например, чертежи в целом проекте могут быть связаны. И если ведущий является архитектурный раздел, то, соответственно, все последующие виды, можно чертежи по разделам можно связать с архитектурным. И, например, при изменении архитектурного чертежа во всех остальных видах будут проводиться изменения. Также чертеж обладает функционалом для проверки. Например, помогает автоматически находить ошибки в размерных линиях, совпадающих, наложенных друг другу элементов и так далее. И практика показывает, что компас-график возможно разрабатывать различные виды задач, чертежей от, например, проектирования оборудования,
архитектурных объектов, инженерных и так далее. Следующий компонент – трехмерная модель. И я здесь представила несколько вариантов использования трехмерной модели. Вот обратите внимание, здесь работа со свободным проектированием в пространстве. То есть грунт, например, почва сделана именно так. А трубы у нас, соответственно, построены с помощью объектных инструментов. Трехмерная модель, свободное проектирование, здесь возможно различно. То есть это проектирование какого-то оборудования, это проектирование каких-то форм и так далее. То есть мы не ограничиваем пользователей в этом, и специальные инструменты помогают. У нас есть конкурс будущих асов, я думаю, Ольга расскажет о нем поподробнее. И как раз на этом конкурсе представлены различные проекты. И вот один из проектов у нас было представлено здание, очень красивой архитектурной кривой такой крышей. Как раз полностью здание, строительное здание было сделано в виде в компоненте свободное проектирование в пространстве. Но также трехмерная модель можно формировать с помощью объектного проектирования. То есть это когда тоже, обратите внимание, эти колонны, например, трубы и так далее, они все выполнены из приложения. То есть уже непосредственно мы работаем в приложениях, мы используем эти инструменты и генерируем, создаем трехмерную модель, как бы поднимаем трехмерную модель из чертежа в трехмерном пространстве. Чуть подробнее я расскажу об этих приложениях. И вот еще такой момент, вот как раз трехмерный компонент. Здесь совмещено как архитектурное проектирование, объектное проектирование, так и свободное моделирование. То есть здания сделаны как в системе Ренга, оборудование сделано в системе Компас, а объект предприятия, вот именно непосредственно сам основа сделана как раз с помощью свободного моделирования. То есть видно, что трехмерное моделирование мы можем применять в различных проектах, исходя из наших задач. Также, обратите внимание, трехмерная модель. Мы построили технологическое оборудование, объект, создали трехмерную модель. И дальше эту трехмерную модель мы можем передать в другую систему с помощью общеобменных форматов. Например, у нас в систему тоже Ренга мы можем передать с помощью формата STEP, международного формата обмена данных. Также есть следующий компонент – текстовый редактор. То есть это полномасштабный встроенный текстовый редактор для оформления пояснительных записок, для оформления текстовых документов. Тоже сразу у нас идет все полностью оформленный лист. Мы можем вставлять сюда не только текстовые данные, но и различные таблицы, фрагменты чертежей, фрагменты, вот, которые мы создали, и так далее, различные рисунки и так далее. То есть, обратите внимание, то есть не нужно какого-то дополнительного инструмента, например, Microsoft тоже Word или OpenOffice, достаточно текстового редактора в Compass графике. Вот сейчас мы как раз переходим к специализированным приложениям и каталогам для строительной конфигурации. Здесь я представила основные у нас компоненты, основные приложения, технологическое проектирование для инженерных обвязок технологического проектирования. Есть инструменты по возведению конструкторных опор каркасов. И проектирование у нас идет внешних сетей, например, сети газоснабжения, теплоснабжения, линии электропередач. И вот как раз вот эти все разделы у нас, они специализируются по проектам. У каждого раздела есть свой каталог. В этих каталогах находятся элементы. Если мы этот элемент разместим на чертеже, мы работаем на чертеже, то этот элемент, он о себе знает все. Он знает представление, как вид в плане, в разрезе, в трехмерном виде, в схематическом изображении, в какой раздел спецификации он попадет и так далее. То есть поэтому мы называем, во-первых, интеллектуальные элементы, и технологии проектирования – это тоже интеллектуально. И с помощью проектирования вот такой технологии размещаете элементы, выполняете, например, обвязку оборудования или, например, ставите, размещаете колонны здания или сети электроснабжения и получаете выходную документацию. Это спецификация, это и разрезы, и схемы, и так далее, и в том числе трехмерная модель.
как раз с двухмерного пространства, с чертежа у нас формируется трехмерное представление. Если нужно внести поправку, мы вносим на чертеж и заново генерируем трехмерную модель. И дальше трехмерную модель мы, например, можем передать в другую систему, если это необходимо. Если мы проектируем, то есть в плане, бывают очень насыщенные чертежи, бывает очень сложно представить, как это будет выглядеть в объеме. Поэтому у нас есть, например, такая возможность, как проектирование на временной плоскости. Мы можем любое количество этих плоскостей сделать, мы видим все объекты, мы размещаем на них, далее ведем проектирование. При возврате, возвращении вид в плане, все элементы сохраняются. Также есть, например, узел какой-то сложный, элементы, то можно сформировать любой момент трехмерную модель и посмотреть правильность принятых решений. Теперь немножечко строительных каталогов. То есть очень удобно проектировать с помощью каталога строительных элементов. Эти каталоги разбиты по разделам. Большое количество элементов, но вы видите фильтры специальные, которые помогают отфильтровать, найти нужный компонент и разместить на чертеже. Также, если нужного компонента нет, мы всегда можем создать собственный элемент, как на основе того, что у прототипа есть, так и, например, с каких-либо внешних источников. Есть специальные сайты, где пользователи размещают свои, например, наработки какого-то оборудования, либо завод-производители сейчас представляет оборудование в виде не только характеристик каталогов, да, но и трехмерных моделей в форматах, например, STEP. Также можно завода-производителя скачать этот элемент, разместить в каталоге и, соответственно, использовать уже на чертеже. Но при этом элемент будет знать характеристики, какую спецификацию он будет, в какой раздел попадать, виды его представления, например, вид в плане, вид сбоку и так далее. Кстати, очень легко с помощью компаса сформировать в автоматическом виде из трехмерной модели разные представления автоматически формируются. И, соответственно, мы размещаем на чертеже, вернее, в каталоге. Как вы видите, здесь представлены варианты работы, то есть, например, вот здесь система пылеудаления от оборудования. Соответственно, после того, как мы представили, скомпоновали с помощью элементов данную систему, мы можем получить как изометрическое изображение, спецификацию и так далее. И трехмерная, конечно, трехмерная модель. Специально раздел хочу акцентировать — спецификация. То есть, когда вы работаете с элементами, которые мы из каталогов берем, то, соответственно, спецификации формируются автоматически. Но также есть возможность создать еще свой стиль спецификации и, соответственно, или в виде отчетов получать необходимую информацию. То есть, это такой даже специальный компонент. И приложение по наружным сетям. Если в ваших проектах участвуют данные разделы, то очень интересные приложения, которые работают как на основе обычного представления генплана, так и, например, с данными компании Credo. Соответственно, можно вести проектирование наружных сетей и получать также выходную документацию, например, спецификации, профили, листы с трубопроводами и так далее. То есть тоже обратите внимание, очень удобные и нужные приложения. Ну и дополнительно... Да. Можно вас перебить, у вас осталось 4 минуты. Да, я уже заканчиваю. Спасибо. Ну и есть специальные каталоги, которые позволяют еще дополнительно, например, тот же строительную площадку оформить, генплан и так далее. Также, смотрите, мы импортируем, поддерживаем и распознаем различные форматы, все основные. Так что компас читает и импортирует различные информацию в различных форматах. И результаты проектирования. Можно только в 2D работать с компасом, графиком, а можно сформировать трехмерную модель и, соответственно, использовать трехмерную модель в дальнейшей работе, например, в анимации и рендеринге. Очень, кстати, удобный переход, такой легкий переход от 2D к трехмерному проектированию. Ну и результат проектирования, чертеж, модель и, соответственно, модель, которую мы можем оформить, например, в
в рендеринге. И в завершение хочу сказать, что компас 3D, во-первых, очень удобный, привычный интерфейс для работы, просто его осваивать, специальные интерактивные азбуки, поддержка форматов оформления, то есть не надо задумываться об этом совершенно, то есть если установить строительную конфигурацию, то форматы оформления идут автоматически. И, соответственно, есть специализированные приложения по разделам проекта, которые вы можете использовать. Ну, в завершении у меня все. Буду рада ответить на ваши вопросы. Надеюсь, Ольга еще об этом расскажет, но также вы можете на нашем сайте compass.ru скачать демонстрационную версию, литериальную версию в течение 30 дней. Версия будет работать в полном объеме, и вы можете попробовать Compass 3D именно непосредственно на вашем компьютере. Все, большое спасибо за внимание. Елена, есть вопросы во вкладке «Вопросы», а Дмитрий, есть мат-моделирование потоков жидкости, например? Нет, такого инструмента у нас нет, то есть у нас просто свободное моделирование. Вы можете, конечно, смоделировать это, но потоки жидкости нет, мы предлагаем использовать другие системы. Например, у нас есть интеграция с CPM, например, соответственно, может быть, у коллег есть возможность формирования, моделирования этих процессов. Есть еще другой вопрос. В Compass есть возможность составлять типографические планы? Поддерживает ли он библиотеки типографических условных знаков? Да, есть специальный каталог условных знаков УГО, но также, обращаю ваше внимание, там у нас очень большое количество элементов, если какого-то элемента нету, то очень просто его сформировать, то есть в каталог завести. Например, у вас есть изображение, вы говорите «создать элемент», щелкаете прямо на это изображение, и все, он у вас уже в каталоге, и вы дальше уже используете в своем чертеже, то есть это очень легко сделать. Но, как я уже говорю, у нас есть специальные каталоги с условными обозначениями. Также мы поддерживаем, читаем, например, тот же генплан, выполненный в других форматах, открывается и дальше с ними работают. Так, все, на этом вопросов больше нету. Большое вам спасибо, тогда я выключаю доступ. Все, спасибо. Слово коллегам своим. Елена, спасибо вам большое. И мы передаем слово Ирине Рак. Ирина, скажите, пожалуйста, вы с нами? Вы можете закончить свой доклад? Вы остановились на середине. Подключайтесь, пожалуйста. Да, коллеги, слышно меня? Так, вас слышно. Хорошо. Сейчас я пытаюсь поделиться презентацией своей. Видно ли? Может быть, Татьяна, вы подскажете, на каком этапе у меня произошел вылет? Возможно, на следующем слайде. Вот этот? Нет, предыдущий, который вот. Вот этот? Возможно, да, на нем. Расширьте, пожалуйста, весь экран. Да, вот так. На этом слайде у меня на самом деле видео, которое показывает слайд-шоу с различных наших проектов, Олимпиада, экспедиция Кредо. Вот. И здесь я хотела бы рассказать более подробно об этих проектах. Вот. В предыдущий вот не было у меня, да, разрыв произошел именно вот на этом моменте, да, Татьяна? Да, вы это не показывали. Но вот Олимпиада Кредо – это проект, который объединял всех преподавателей, студентов, которые в своем учебном процессе используют программные продукты Кредо. И прошло все олимпиады, которые проходили в различных учебных заведениях, ведущих учебных заведениях Российской Федерации и Белорусской национально-технической Республики Беларусь, в частности, Белорусском национальном техническом университете. В Российской Федерации Олимпиаду принимали это же Нижегородский ГАСУ, также это был Санкт-Петербургский университет путей сообщения, далее это
Нижний Новгород назвала, это Уральский государственный горный университет, Казанский федеральный университет. Вот такие ведущие университеты страны принимали нас, и, соответственно, мы знакомились с историей этих университетов, посещали музеи, и это вот в эти свободное время от проведения самого мероприятия. Олимпиада Кредо – это проект, в котором преподаватели учебных заведений могли представить свои методические разработки, могли показать видеоролики, видеоуроки, которые они используют для того, чтобы показать, каким образом программные продукты Кредо могут быть использованы в учебном процессе, как решаются те или иные задачи. А студенты, которые принимали участие, показывали свои дипломные работы, курсовые работы, в которых они использовали программы Кредо. Еще один из проектов, замечательных проектов, это экспедиция Кредо. Прошло порядка, наверное, 7 экспедиций. Экспедиция Кредо проходила на Таманском полуострове, проходила в городе Керчи. И студенты, участники экспедиции Кредо, сопровождали археологические раскопки геодезическим сопровождением, выполняли геодезические работы по фиксации находок, по составлению плана раскопок. И кроме вот выполняемых работ, студенты знакомились между собой, отдыхали, посещали различные с экскурсиями различные интересные места. То есть компания в этом проекте, она оплачивала проживание, питание студентов на протяжении двух недель на тех участках, где необходима была помощь в геодезическом сопровождении. И принимали участие не только студенты, обучающиеся по специальности геодезии, это могли быть и другие студенты других специальностей, которых в рамках экспедиции Кредо мы обучали работе с программными продуктами. Кроме этого, вот с 1999 года, когда стартовала программа Кредовуз, проходили конференции, где в рамках больших конференций Кредо обязательно были вузовские страницы, вузовские секции, где преподаватели, студенты могли познакомиться, общаться, позадавать специалистам нашим вопросы, познакомиться с теми, кто заочно, онлайн их сопровождал, обучал и так далее. Еще один из самых значимых проектов для компании – это проект WorldSkills. И в проекте WorldSkills с 2017 года компания принимает участие. В конкурсное задание включены программные продукты Кредо, это программы Кредо Дат, это программа Топограф, программа Объемы. И в рамках развития вот этого направления компания принимает участие в национальных чемпионатах. Это и Краснодар, в прошлом году Уфа была, это Казань, это национальный чемпионат, который проходил на Дальнем Востоке. То есть принимаем участие, помогаем в освоении программных продуктов. Для этого создаются различные ролики, создаются методические материалы. Постоянно на связи со студентами, преподавателями для того, чтобы помочь решить задачи, включенные в конкурсное задание. Ну и еще один из важных шагов в этом направлении – это то, что для преподавателей и студентов предоставляется онлайн-доступ для того, чтобы, если учебное заведение не может на данный момент приобрести программы Кредо, то предоставляется онлайн-доступ на бесплатной основе и для преподавателей, и для студентов. Вообще, на самом деле, онлайн-доступ – это такая возможность, которая намного расширила
возможность для освоения программных продуктов, потому что это позволяет не быть привязанным к учебному классу, где установлены программы. А можно установить программы на свой компьютер и через интернет работать с ними и, соответственно, осваивать. В следующем слайде, вот здесь у меня показано, это то, как проходит обучение, как налажена технология в обучении. У компании существует свой интерактивный учебный центр, где преподаватели, студенты, ну и пользователи программ Credo могут проходить обучение. И для преподавателей учебных заведений создан отдельный курс, который так и называется «Преподаватели учебных заведений». И в этом курсе размещены методические пособия, которые подготовлены и сотрудниками компании, и пособия, которые участвовали в конкурсе, в олимпиадах, заняли призовые места, и, соответственно, эти пособия в дальнейшем могут преподавателями и студентами быть использованы в учебном процессе. Для тех, кто начинает, для тех, кто знакомится и кто хочет получить качественные материалы для внедрения в учебный процесс. Здесь на следующем слайде я хотела, на следующей странице хотела бы на примере показать, как Белорусский национальный технический университет сотрудничает с компанией Credo Dialog. В Белорусском национальном техническом университете две кафедры оснащены программами Credo, и эти программы используются очень плотно в учебном процессе на разных курсах и на разных дисциплинах. Это кафедра автомобильные дороги и кафедра геодезии и аэрокосмические технологии. Кафедра геодезии и аэрокосмические технологии является выпускающей, и, соответственно, студенты, обучающиеся по специальности геодезия, изучают программы Credo на различных дисциплинах. Это геодезия, топография, топографическое черчение, компьютерная графика, саппор в геодезии. Вот. И для того, чтобы это было возможно, для того, чтобы это проходило на высоком качестве, с большими... Чтобы это было возможно для студентов в любой момент подключиться и начать работать в программах Credo, опять же, используется онлайн-доступ. Все студенты оснащены программами Credo, которые установлены на их личные компьютеры. И даже часто такое наблюдается, что студенты именно со своими компьютерами приходят на занятия к преподавателям и, соответственно, показывают выполненные задания именно на личных компьютерах, потому что это стало, мне кажется, нормой для любого учебного заведения. И хочется отметить, что в 2020 году получилось провести практику в дистанционном формате, геодезическую практику, так как университет ушел на обучение в дистанционном формате, то только с помощью программ Credo получилось организовать ее и провести, таким образом, обучив студентов технологии камеральной обработки геодезических измерений с использованием программ Credo. Еще хочется отметить, что кафедра геодезии, аэрокосмические технологии получила шикарный подарок на столетие университета от компании. Это помощь в оснащении оборудования компьютерного класса. Вот таким образом строится сотрудничество с одним из университетов. Кроме этого, есть ряд университетов, которые тоже используют программы Credo, благодаря тому, что эти программы были просто компанией подарены на значимые даты этого университета. 80 лет, 90 лет, 100 лет и так далее. То есть хочется отметить, что компания очень трепетно относится к работе с учебными заведениями. Вот. Может быть, есть какие вопросы у меня ко мне, у зрителей, слушателей. Уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы во вкладке «Вопросы».
На самом деле сейчас к вам пока что нет вопросов. А я вижу вопрос, чем отличается комплект WorldSkills, комплект... Это в нашем чате наш спикер спрашивал, ему ответили. А, ему ответили, да? Я просто еще не успела до конца прочитать. Хорошо, поняла. Спасибо тогда за внимание. Спасибо вам большое за ваш доклад. И мы переходим к нашему следующему спикеру, Евгению Кирьяну, ведущему менеджеру по продукту компании Renga Software. Вы с нами? Как нас слышно? Спасибо, Татьяна, слышно хорошо. Меня слышно? Да, вас тоже слышно. И я включаю демонстрацию экрана. Видно мою презентажку? Да, вас видно. И презентацию тоже видно. Отлично. Ну, я сейчас немножечко расскажу про еще один интересный продукт, который называется Renga. А потом передам слово моей коллеге Оле Чернядевой. Она расскажет, как мы взаимодействуем с вузами. И первое, что хочется отметить, то что Renga – это совместное предприятие компаний Ascon и 1С фирмы, наших IT-гигантов отечественной отрасли. Вот. Мы на рынке с 2016 года, и это подчеркивает объединение усилий таких IT-гигантов, подчеркивает важность создания SAPRA нового поколения по технологии информационного моделирования. Что, собственно, мы и создаем. Наш продукт называется Renga. Ключевая вещь. Renga – это единственная трехмерная российская комплексная BIM-система, которая позволяет нам создавать информационную модель как архитектурных решений, так и конструктивных решений, так и внутренних инженерных систем. Какие у нас особенности? Перед вами видео, которое демонстрирует непосредственно процесс проектирования в нашей системе. Мы по традиции начинаем знакомство с архитектурного функционала. Так вот, видите перед собой, что проектирование ведется непосредственно в трехмерном виде. Это ускоряет процесс проектирования, это более наглядно. И весь интерфейс, как вы видите, он освобожден от обилия каких-то там панелек, все максимум сосредоточено на создании модели. Студентам это очень нравится, да и не только студентам, но и всем проектировщикам, которые работают в Ренге, они отмечают, что очень низкий порог вхождения в нашу систему. Все достаточно интуитивно понятно, просто для освоения. И при этом решается полностью весь аспект задач информационного моделирования. Вместе с нами сотрудничают различные производители строительной продукции, материалов, оборудования, изделий. Вот то, что на слайде представлено, это уже компании, которые сделали под нас свои каталоги своих изделий. Ну, дальше еще будут примеры. Это что касается, например, архитектурных примеров, материалов, изделий архитектурных. Далее. Когда мы говорим о том, каким образом в Ренге проектируем, мы говорим о том, что в Ренге существует система стилей, которая позволяет нам настроить тот или иной объект, его внешний вид. И вот здесь пример, конечно, архитектурный, это создание стиля окна. Стили есть у различных объектов, не только у окон. Стиль позволяет нам настроить внешний вид. Но далее стили, они адаптируются к построению трехмерному. Видите, на трехмерной модели один и тот же стиль подстраивается под наше построение, под наши габариты, новые формы. Таким образом достигается еще более ускоренное проектирование и, соответственно, простота в использовании нашей системы. Конечно же, у нас есть возможность как прогуляться по модели в очках виртуальной реальности. У нас есть интеграция с очками Oculus Rift. Ну, это, в частности, сейчас это уже никого не удивишь, что такая возможность тоже есть. Вот. Коллеги сегодня нам рассказывали из Креда про свои продукты. И, конечно же, мы с удовольствием
взаимодействуем с нашими партнерами из компании Credo, мы можем нашу модель, цифровую информационную модель здания, перенести в Credo, в цифровую модель местности. Таким образом, мы как бы создаем комплексную модель цифровую. Мы сосредоточены больше всего, конечно, на самом здании, на то, что внутри. А вот у компании Credo есть отличный продукт, который позволяет создать модель, цифровую модель местности. И, конечно же, мы с ними технологически интегрируемся. И то же самое можно в Ренгу принести, цифровую модель местности. И таким образом и в Ренге выполнить, например, тот же самый генплан. Далее переходим плавненько к конструкциям. У нас особенность программы заключается в том, что все специалисты, будь то архитектор, конструктор и инженеры по внутренним сетям, они работают в одной и той же модели. То есть архитектор, создав какой-то облик внешний, конструктор тут же может взять эту модель и работать с ней. В помощь к нему, конечно же, есть каталоги различных изделий строительных, и по ГОСТам, по сериям, от производителей каких-то. Все это у нас сейчас все больше и больше начинает появляться. Вот. И далее, конечно же, перед конструктором стоит задача, во-первых, если мы работаем с железобетоном, посчитать все возможные усилия. И такая возможность есть. Мы, опять же, здесь используем технологическую связку с нашим партнером, который LiraSoft. Мы можем через внутреннюю программную связь передать нашу модель в расчетный комплекс. SCAD, это может быть SCAD Office, это может быть LiraSoft, потом еще есть наши комплексные расчетные системы, это APM, по-моему, APM, да, где уже можно выполнить расчеты нагрузок, собрать нагрузки и выполнить расчеты. И далее все эти данные, на основе этих данных, можно уже в Ренге работать с такой уникальным инструментом, как автоматическое армирование монолитных железобетонных конструкций. У нас есть для конструктора очень как бы интересные инструменты, которые позволяют быстро раскидать фоновое армирование. Это может быть любая конструкция, плита перекрытия, стена, колонна, балки и так далее, фундаменты. Ну, давайте пример посмотрим, каким образом это делается. У нас есть две стены, в ней есть проемы. И с помощью нажатия на одну кнопку мы уже сразу же можем раскидать в ней фоновое армирование. Вот. При этом проемы, которые есть в стенах, они, видите, подрезают наши каркасы арматурные. И эти проемы мы также можем, назначаем какой-либо там габарит, они также все это параметрически изменяется, все это реагирует. И, соответственно, мы проемы тоже можем усилить. Выбрали сейчас все проемы и назначили на них уже настроенный конструктором стиль армирования. И, как вы видите, арматурные каркасы и дополнительное армирование хорошо все уложилось. Кроме того, мы можем связать каркасы наших стен, состыкованных с помощью армирования соединений. Мы можем проармировать это соединение, оно тоже параметрическое. То есть настраивается стиль соединения, и оно дальше смотрит, каким образом стены соединяются, оно все под это дело и автоматически перерисовывается. Вот логика автоматических стилей армирования вот приблизительно вот в таком виде. Можем посмотреть это в большем масштабе на примере самого целого здания. Каким образом можно легко и быстро заармировать все это здание? Точно так же мы можем взять, выбрать, например, все стены наружные. Мы уже из расчетного комплекса знаем, каким шагом сетки армировать их, сколько сеток должно быть. И это мы в стиль, конечно же, настроили. Применив этот стиль, мы, как вы видите, все стены выделены, сразу же
заармировали. Ну и то же самое, проемы вырезают в наших параметрических сетках отверстия. Вот, мы выбирали несколько проемов за раз, и также то же самое можем их усилить заранее заданным нам, созданным нами стилем армирования проемов. Вот, вот это демонстрация того, как у нас работают автоматические стили армирования. Ну, конечно же, не только работа с железобетоном перед конструктором стоит задача, но и работа с металлокаркасом тоже есть. Очень большое количество инструментов создано нами для работы непосредственно с металлокаркасом. Различные инструменты, такие как пластины, там различные формы профилей параметрических, все это мы можем создавать. Ну а поскольку мы работаем в трехмерном виде, то нам все здесь наглядно видно, каким образом конструкции приходят друг к дружке, где мы можем пластины расставить и так далее. Вот. И опять же, говоря про работу металлокаркасов, у нас есть отличная интеграция, выполнена с компасом 3D, с нашими коллегами, вот, которая позволяет нам, например, в Ренге мы создаем модель с уровнем, ну, этапа КМ, конструкции металлические, но мы можем передать нашу модель в компас, в приложение металлоконструкции, по-моему, в котором есть очень хорошие функциональные возможности, как параметрические узлы соединения. То есть мы можем нашу модель КМ-овскую доработать до стадии КМД. Причем сделать это достаточно очень быстро, благодаря их возможностям. И, конечно же, обратно это можно опять принести в Ренгу. Вот. Вот пример интеграции с нашими партнерами из компаса. Следующее. Переходим к внутренним инженерным сетям. Проектируем в Ренге мы следующие системы. Воздуховодные системы можем проектировать, трубопроводные системы и электрические системы. Ну, это грубо три категории, но в них, конечно же, всякие есть нюансы. Каталоги уже подготовили своего оборудования под нас. Вот как вы видите у нас на этой слайде следующие компании. Также есть оборудование по ГОСТ и количество компаний, которые хотят создать под нам в формате Ренга свой каталог оборудования, оно буквально растет в геометрической прогрессии. Здесь наше проектирование внутренних инженерных систем имеет ряд своих особенностей. И я бы сказал, ноу-хау. Первое, это слайд, я думаю, демонстрация будущей возможности, которая скоро появится. В Ренге существует достаточно большой список различных категорий оборудования, электротехнического, вентиляционного, трубопроводного и так далее. Мы, по сути, можем там создавать и всякие насосы, и всякие датчики, и различные вентиляционные установки, опять же, через стиль. Но понятно, что количество оборудования, которое может быть в природе, в модели и быть, оно очень большое. И мы сейчас работаем над тем, чтобы дать возможность проектировщикам создать свое пользовательское параметрическое оборудование. И это демонстрация того, что будет в этом году. У пользователя появится такая возможность, как создавать свое собственное оборудование. Ну, например, какой-нибудь датчик вот, для там, системы сигнализации. Пожалуйста, такая возможность есть. Еще одна особенность, ну, давайте перед еще одной ключевой особенностью слайдик по поводу использования наработок, которые уже есть в других системах. Мы можем передавать через такие форматы, как IFC, ну это в первую очередь IFC, также можем через SAT передавать различные оборудования внутрь Ренги. Но в чем особенность между родным оборудованием, которое мы в Ренге создали, и оборудованием, которое мы импортировали? Наше родное оборудование, которое вот на предыдущем слайде вот есть окошечко, видите, стиль электроустановочного изделия, оно содержит в себе точки подключения.
точки подключения, порты, это, грубо говоря, те места, куда автоматически придет инженерная система. Будь то это провод, воздуховод, либо труба. Так вот, конечно же, когда мы импортируем из других систем какую-либо геометрию, ну, объем оборудования, у них нет точек подключения. Но мы можем эти точки подключения добавить к этому оборудованию. У нас такой есть инструмент, как точка трассировки. Она как раз позволяет нам довести до этого оборудования автоматически наши внутренние инженерные системы. И вот на следующем, нет, еще не на следующем слайде, пример вентиляции, каким образом у нас моделируется. Как видите, все это сделано в все это трехмерное. Есть у них там различные свойства у воздуховодов, у систем. Причем мы можем использовать, вот давайте примерчик посмотрим. Каким образом? Автоматическая трассировка выполняется. У нас есть режим, который называется редактор построения систем, где проектировщик просто логической связью указывает соединение, откуда до куда провести воздуховод. И в трехмерном виде это все сразу же по заданным вами правилам создается. Вот такая особенность есть у нас автоматической трассировки инженерных систем. Ну, конечно же, кроме воздуховодов, есть еще различные системы по теплообснабжению. И для них куча оборудования в Ренге есть. Это можно делать спокойно. Системы... Евгений, да. Извините, у вас осталось 5 минут. Да вы что? Спасибо. Так, водоснабжение, водоотведение, пожалуйста. Электрика, электроснабжение, силовые осветительные сети, слаботочные. Это все можно сделать в Ренге. И при этом, как вы видите, все это трехмерное. И автоматически трассируемые. Далее поехали. Расчеты по инженерным сетям. Мы также взаимодействуем с нашими технологическими партнерами, которые под нас сделали различные приложения расчетные. Есть по водоснабжению, водоотведению, есть по электрике. Это умная вода SAPR Alpha. Проектирование технологического раздела также в Ренге возможно. Елена сегодня рассказывала про возможности компаса в плане создания технологического оборудования. Так вот, я не буду повторяться, мы это тоже можем прекрасно, ну, по сути, вот она рассказала о том, что мы можем в Ренге создать само здание, а оборудование в компасе и вместе все это дело интегрировать. Прекрасно. Ну и самое, наверное, ноу-хау наше – это совместная работа. Совместная работа, которая позволяет непосредственно всем специалистам создавать в одной модели все свои разделы архитектур. И архитектор работает, и конструктор, и инженер по внутренним сетям. Мы механизм совместной работы сделали 2 года назад, но мы его еще до сих пор совершенствуем. В пределе мы стремимся к тому, чтобы совместная работа шла в онлайн-режиме, то есть одновременно. И мы к этому идем постепенно. Но я повторюсь, что проектировщики наши уже 2 года как могут совместно проектировать свои здания. Конечно же, функционал по спецификациям. Он у нас автоматический и ассоциативный, связан с моделью. Модель создается, спецификация в ней сразу же заполняется. То же самое чертежи. Чертежи, все проекции, планы фасады, разрезы, аксонометрические схемы – это все ассоциативно связано с моделью, то есть любое изменение, появившееся в модели, сразу же на чертежах отражается. Функциональность такая есть. Есть функциональность разделов, где мы можем отнести тот или иной, например, чертеж к своему разделу. Ну, потому что проектировщиков уже много в одной модели сидят, и все хотят иметь свой комплект чертежей там или каких-то там просто своих сущностей, я бы сказал. Вот такая возможность есть, сгруппировать по своему разделу. То есть мы это все дело предусмотрели. Наше развитие идет большими темпами. Каждые 1,5 месяца мы делаем новый релиз. Этого получается 8 релизов за год. Достаточно быстрый темп, который ни у кого такого нету. Различные сценарии есть и далее. Мы
то, что мы проектируем, это этап проектирования, но жизненный цикл объекта строительства идет дальше, и там нужно и этап осмечивания, и строительство, конечно же, все это уже есть. Интеграция со сметными системами внутренняя, интеграция с системами по управлению стройкой, строительством, это уже идут решения совместные с фирмой 1С. Все это есть. Конечно же, большой пласт, мощнейшее развитие функциональности по IFC, не буду вам рассказывать про это. Там достаточно и половины дня не хватит, чтобы все описать. Но я скажу, что мы с 2019 года взаимодействуем с различными органами госэкспертизы в плане внедрения информационных технологий. И, соответственно, развитие формата IFC. И продолжаем взаимодействие с этими органами. Сейчас у нас новинка нашего нормотворчества – это внедрение в цифровые информационные технологии классификатора строительной информации. С этим мы тоже работаем в Ренге. Мы выпускаем дорожную карту, потому что мы развитие ведем по запросам наших проектировщиков. Вот. И, соответственно, создаем свою дорожную карту, где проектировщики могут видеть, каким образом наше развитие идет. Ну и буквально сейчас по слайдам пробегусь. Примеры наших заказчиков, промышленные различные, «Газпром», ну, там это заправка. Начинаются примеры с промзданий, но мы проектируем различные виды зданий. Так вот. Так, еще конструкция, вот примеры гражданских зданий, жилые, многоквартирные, такой примерчик, панельное домостроение. Вот интересные примеры наших пользователей, которые прислали нам на конкурс «Мастер Ренга». Мы раз в год проводим конкурс «Мастер Ренга», где у нас соревнуются как наши профессионалы, то есть проектировщики, коммерческие пользователи, так и студенты. И, соответственно, выигрывают призы. Вот примеры различные, там, видите, ресторан, спроектирован в Ренге, уже построенный, различные там здания банно-оздоровительного комплекса, все это сделано в Ренге. И другие различные примеры проектирования, использования Ренге в своей сфере. Еще большее количество можно посмотреть на нашем сайте. Можете записать либо щелкнуть на телефон. Наш сайт называется ringabim.com. И куча примеров использования нашей системы есть уже, там можно почитать. Ну а на этом у меня все. И я передаю слово дальше. Спасибо большое вам за ваш доклад. Мы передаем слово нашему следующему спикеру Ольге Чернядьевой, руководителю образовательного проекта компании «Аскон». Вы нас слышите? Да, коллеги, добрый день. Скажите, пожалуйста, видна ли моя презентация сейчас? Презентация видна. Ну что, меня зовут Ольга Чернядева. Очень рада вас всех сегодня видеть и расскажу важную тему про... Презентация. Все. В полноэкранном режиме, да? Да. Да. И сегодня расскажу вам про взаимодействие с учебными заведениями. Итак, на самом деле компания «Аскон» работает уже более 20 лет с учебными заведениями, и за это время нашими пользователями стал на самом деле каждый третий вуз России. И здесь мы будем говорить не только про строительные, да, вузы, но это и юридические, и медицинские академии, все-все-все. Как вы можете видеть, ну и хочется отметить, что уже больше 24 тысяч студентов скачали Ренгу и используют ее для выполнения как дипломных работ, так и для проектирования различных лабораторок. И если говорить про взаимодействие с учебными заведениями, то можно выделить 4 основных точки соприкосновения. Первое – это, конечно же, лицензии, да, как для учебного процесса, так непосредственно и для преподавателей и студентов. Второе – это методические пособия, без которых невозможно внедрение ни одного программного обеспечения, ну и, в принципе, выстраивание эффективного учебного процесса. И поддержка олимпиад и конкурсов, и, конечно же, обучение для того, чтобы и преподаватели, и студенты владели актуальной версией возможностей программного обеспечения для решения задач.
Если говорить про учебные лицензии, то для студентов и преподавателей лицензии РЕНГИ являются локальными и предоставляются бесплатно. Лицензия выдается на год, затем ее необходимо продлить, поэтому вы можете уже даже сейчас скачать лицензию, установить на свой домашний персональный компьютер и непосредственно ее попробовать. Для учебных заведений также есть учебные лицензии. При этом важно отметить, что лицензии полнофункциональные и нет никакого отличия как между лицензией для коммерческих пользователей, в которых выполняются вот проекты, про которые говорил Евгений, да, так и то, что делают, не знаю, там в МГСУ или, к примеру, в политехе. Вот. И если говорить про ренговские лицензии, то они есть как бесплатные, так и платные непосредственно, в которые включены уже учебные пособия. Когда мы используем какое-то программное обеспечение, нам, конечно же, хочется сделать такой определенный срез знаний своих студентов, да, что они могут, умеют и насколько они конкурентоспособны по сравнению с другими. И здесь, на помощь приходят как раз инженерные конкурсы. Мы проводим свои собственные конкурсы. Это мастер Ренга, про который говорил Евгений. Цифровой инженер, который упоминала Елена. Здесь принимаются работы в Компасе, в Ренге, которые сделаны как студентами, так и непосредственно преподавателями. Конечно же, мы поддерживаем БИМ-олимпиады, поэтому если вдруг вы захотите провести собственную БИМ-олимпиаду на Ренге, пишите нам, мы с удовольствием поддержим, поможем разработать интересное конкурсное задание. Ну и, конечно же, это WorldSkills, без которого сейчас не обходится, мне кажется, ни одно учебное заведение. И очень важная составляющая – это поддержка корпоративных чемпионатов по методике WorldSkills. Здесь мы уже говорим непосредственно про молодых специалистов предприятий. И за счет того, что мы работаем как с образованием, так и с коммерческими пользователями, мы умеем грамотно интегрировать в конкурсные задания как раз то, что сейчас востребовано отраслью. Здесь как раз вы видите работу с конкурса «Мастер Ренга». Это студенческий проект детского садика в Брянске. Это первое место в прошлом году. Его сделал Рязанский строительный колледж, ребята. Здесь хочется отметить, что ребята, кстати, работали все лето над этим детским садиком, но у них получился такой замечательный проект, который, к тому же, занял первое место. Поэтому важной, наверное, составляющей мастер Ренга является, что здесь вы можете присылать как индивидуальные работы, так и командные работы. Поэтому, если у вас есть классные проекты, которые вы уже делаете в Ренге, либо только начали, присылайте нам. А про Рязанский строительный колледж хочется отметить, что они стали победителями среди всех колледжей по России по WorldSkills, по компетенции технологии информационного моделирования BIM. Мне кажется, что это даже немножечко так заслуженно. Ребята, которые заняли и там первые места. Как я уже говорила, без WorldSkills никуда. Еренга и пилоты являются базовыми продуктами для компетенции технологии информационного моделирования BIM и инженерное проектирование. И здесь хочется отметить, что открыты все линейки, то есть это и колледжная, и юниорская. Здесь пока только детки 14-16 лет, в том числе вузовская и корпоративная. Например, прямо сейчас проводят два чемпионата тоже на Ренге и там на Ревите, это в питерском КСУ непосредственно и в московском политехе. Поэтому BIM – это то, что востребовано, и то, что, те компетенции, в которых активно используются как раз российские программные продукты. Ну и здесь хочется отметить, что на самом деле ребята, которые работали в Ренге, заняли в этом году первые места по компетенции и в прошлом. В прошлом году получилось так, что они разделили призовые места вместе с командой, которая работала в Ревите. И мне кажется, что это такой хороший показатель того, как Ренга умеет грамотно выполнять сложные задачи проектирования. Важно отметить, что задание на WorldSkills формируется по требованиям отрасли. Поэтому то, с чем ребята справились в рамках национального чемпионата, востребовано непосредственно отрасли уже сейчас. Конечно же, когда мы говорим про молодых специалистов, ну и в принципе про учебный процесс, очень важно, чтобы у преподавателей были актуальные знания программного обеспечения, ну и студентов тоже, да. Если знают преподаватели, будут знать и студенты. Здесь на помощь приходит авторизованный учебный центр, который гарантирует качественное обучение, ну и дает возможность учебным заведениям оказывать коммерческие услуги. Для того, чтобы стать учебным авторизованным учебным центром, нужно пройти такой легкий достаточно путь, необходимо просто соответствовать требованиям. У вас должна быть лицензия на ведение образовательной деятельности, у вас должны быть обученные преподаватели,
преподавателей, которые смогут сдать сертификационный экзамен на уровень именно преподавателя. И по ренге вам необходимо будет сдать по архитектуре, конструкциям и сетям, а, например, по пилоту или по компасу тут уже нет такого разделения. Ну и, конечно же, создать образовательную программу и согласовать ее, по которой вы будете обучать. И в конце... Так... Вас не слышно. У вас пропала связь. У меня не... Вас по-прежнему не слышно. Так, а сейчас? Сейчас слышно. Ага. Я, наверное, закончила на строительном кластере. Правильно понимаю? Да. Ага. Напоследок расскажу кейс про строительный кластер FutureSkills в НИФУ. Этот кейс является даже уникальным, потому что есть определенные географические особенности. Если мы говорим про СФО, то это Якутия, в которой есть определенные ограничения, которые связаны как с ресурсами, так и с расположением. Да? То есть это не Москва и не Питер, но ребята в свое время поняли, что для того, чтобы специалисты оставались в регионе, им необходимо вкладываться и развивать как своих инженеров, так и площадку. Именно поэтому на базе СФО был открыт новый блок, новая площадка, которая называется FutureSkills, который готовит или тех специалистов, которые будут востребованы. Началось это еще в 2017 году, и немножечко расскажу, как это все выстроило. Ребята открыли строительные кластеры, причем сделали они выбор в пользу российского программного обеспечения, это Ренга и Пилот, и изначально начали обучение в проектной логике. И в качестве кейсов они использовали реальные задания на проектирование, которые были взяты из проектных организаций Якутии. Здесь хочется отметить, что у них были изначально сложности, которые были связаны непосредственно с вечной мерзлотой. Но ребята с этим успешно справились. И это настолько впечатлило промышленность, что они прям стали, были в восторге и дали финансы на развитие как строительного кластера, так и на формирование именно коммерческой организации, которая бы занималась непосредственно разработкой BIM-стандартов Якутии и подготовкой кадров. И на текущий момент компания BIMTECH, которая вышла из этого строительного кластера, занимается цифровизации строительной отрасли Якутии со специализацией непосредственно на российском программном обеспечении, это на Ренге и на Пилоте. Поэтому, если у вас есть вопросы, либо вы хотите такие же интересные, классные проекты, пишите нам, мы с удовольствием поможем модернизировать. У вас опять пропал звук. Ольга. Да. У меня на самом деле все. В целом доклад закончен. Есть ли вопросы? По вашему докладу вопросов нет. Спасибо вам большое. Если, уважаемые участники, если у вас есть вопросы, пожалуйста, отправляйте их, пишите во вкладку «Вопросы». Мы обязательно на них ответим после выступления спикеров. И передаем мы слово следующему спикеру Денису Захаркину, генеральному директору компании VR Concept. Вы нас слышите? Добрый день. Надеюсь, меня слышно. Да, вас слышно. Отлично. Так, пока презентация загружается. Меня зовут Денис, я генеральный директор компании VR Concept, и я расскажу вам про применение виртуальной реальности в отношении технологий BIM, SAPR и в рамках как раз образовательной деятельности. И расскажу про наш российский продукт. Презентацию видно? Нет. Попробуйте так. Еще, пожалуйста, нажать. А, сейчас. Вот, а теперь видно? Да, теперь видно. Отлично. Кратенько немножко про, может быть, всем уже знакомые вещи, но это важный момент, понимать различия технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности. И в данном случае технология дополненной реальности, она уже есть у нас у каждого в кармане, это смартфон. И основное ее применение на текущий момент с точки зрения глобального всего рынка, это маски в социальных сетях,
это QR-коды, это различные игры. В промышленности это потихоньку внедряется на этапах строительства, но пока в рамках только пилотирования. Смешанная реальность, это скорее технология там, про будущее больше, потому что на текущий момент шлемы смешанной реальности, они достаточно хрупкие и дорогие, но опять-таки активно пилотируются, и на них большой расчет то, что они будут очень сильно помогать именно как раз, опять-таки, в строительстве и на реальных производственных объектах. То есть там, когда мы находимся на реальном объекте, нам нужно дополнить ту информацию, которую мы видим. Виртуальная же реальность – это технология, которая существует уже достаточно давно и массово применяется именно в тех задачах, когда мы не можем оказаться на реальном объекте, либо когда мы его только проектируем, и поэтому его еще физически не создали. Ну или, конечно, когда нам нужно что-то воспроизвести в виртуальном пространстве, то, что мы не можем воспроизвести в реальной жизни. И технология виртуальной реальности – это по факту переход от Кульмана 3D-проектированию. И когда с 3D-моделью сначала работали на плоском экране, то сейчас с этой 3D-моделью уже работают в виртуальной реальности. И именно переход от Кульмана к 3D-проектированию на компьютере и был предпосылкой для того, чтобы эта технология появилась и начала активно развиваться. Потому что эта технология, она расширяет возможности по работе с 3D-моделью. И данная технология активно развивалась еще с начала 80-х годов. И попытки вывести на игровой рынок, они были еще в 90-е. И сейчас мы видим ту волну, которая как раз показывает то, что потенциально эта технология может в ближайшем будущем выйти именно на игровой рынок и прийти к нам в дом. Но по факту, на самом деле, сейчас является чисто технологией для бизнеса и для промышленных задач. Есть такой интересный цикл Гартнера, который показывает тренды развития технологий виртуальной и дополненной реальности. И этот цикл, он показывает то, что в 2018 году технология виртуальной реальности еще находилась только на росте развития и просвещения, но уже давно перешла за хайп и тренд. И в 2019 году она пропала с этого карты именно по той причине, что стала массово внедряться в промышленные задачи, в бизнес-процессы. И, соответственно, аналитики увидели, что технология полностью развилась и уже оправдала свои ожидания и показала применимость и высокую эффективность. Количество VR-устройств на рынке на текущий момент где-то порядка 50 миллионов. И мы видим, что пандемия, да, очень, скажем так, повлияло на этот рынок. Многие компании перестали внедрять технологию, заморозили проекты. Часть компаний, которые развивали эту технологию, так как это в большей степени инновационные компании, стартапы, закрылись. Но при этом мы видим, что в 2020 году рынок реанимировался и показал даже рост, значительный рост по сравнению с 2018 годом. И дальше ожидается, что будет показывать высокий рост развития рынка. И, как я говорю, сейчас на рынке порядка 50 миллионов устройств, которые активно используются. И если мы посмотрим именно на игровую статистику, статистику пользователей, которые используют в месяц шлем виртуальной реальности, то их порядка 4 миллионов. А где же все остальные, мы спросим. Они на самом деле, вот даже по статистике, которую в 2020 году проводили на российском рынке дополненной виртуальной реальности в России, 90% это бизнес и государство, и только 10% это пользовательское применение. То есть по факту рынок абсолютно промышленный, про образование и про внедрение в бизнес-процессы. В России он сейчас составляет где-то порядка 1,5 миллиарда рублей. С точки зрения того, какие бывают шлемы VR, начнем с того, что есть мобильный шлем, но он не совсем VR, он 360, потому что у него нет эффекта погружения и нет возможности, надев этот шлем, походить по будущему зданию или по взаимодействовать с объектами. Но он хорошо подходит для того, чтобы просматривать 360 видео, 360 фото. И самое главное, что он стоит недорого, это там, картборд, который стоит несколько тысяч рублей или даже меньше, и туда вставляется смартфон. Но по-настоящему виртуальная реальность появляется там, где у нас проводной шлем, который подключается к компьютеру и полностью реализует все возможности нашего компьютера. И он позволяет взаимодействовать с объектами, он позволяет перемещаться, то есть дает нам полностью
полное погружение в виртуальное пространство. То есть это такой человек-машинный интерфейс, который заменяет нам клавиатуру, мышь и плоский монитор на полное присутствие внутри той 3D-модели, с которой мы работаем. Сейчас активно развиваются автономные шлемы виртуальной реальности. Это те, которые не требуют компьютера, при этом такие же полноценные, то есть с контроллерами, с отслеживанием пользователя в пространстве, но при этом 90% случаев они все равно применяются с подключением к компьютеру. Либо по проводу, либо, например, по Wi-Fi последнего поколения. И с развитием 5G и интернета, и сетей следующих поколений ожидается, что лет через 5-10 к нам активно будет уже приходить облачное решение. И тут автономные шлемы, конечно, заиграют новыми красками, потому что позволят использовать их без компьютера, просто подключаясь к облачному пространству на ЦОДе, где можно легко масштабировать возможности производительности компьютеров. Типа систем виртуальной реальности сейчас на рынке достаточно большое количество разных. Это и проекционные системы, и мониторы со стереоочками. Но шлемы виртуальной реальности сейчас являются самым массовым и самым применимым решением для большинства задач, ну, просто исходя из цены, качества и соотношения этого. С точки зрения программного обеспечения на рынке VR, здесь много различных решений. Ну, во-первых, это игровые движки, которые созданы для создания игровых симуляторов, компьютерных игр и различных симуляторов и тренажеров. Есть профессиональные 3D-движки, которые редко применяются в компьютерных играх, но активно применяются для создания сложных тренажеров. И есть большой такой пласт, это профессиональных решений, нацеленных на задачи виртуального прототипирования, коллективной работы VR, которые нацелены именно решать уже пользовательские задачи, то есть это прикладное программное обеспечение, которое нацелено не на разработку каких-то игр, а именно на то, чтобы их можно было взять и сразу применять. И именно такое программное обеспечение наша компания и разрабатывает. Это программное обеспечение VR Concept, которое полностью основано на собственной технологии. Это собственный 3D-движок, российский, и сам продукт входит в реестр российского софта. И соответственно, решает задачи, связанные с коллективной работой в виртуальной реальности с любой 3D-моделью. То есть наш пользователь скачивает наш софт, устанавливает себе на компьютер, может импортировать любую 3D-модель. Мы поддерживаем SAPR-форматы, мы используем C3D Lab ядро SAPR, которое позволяет нам поддерживать широкий формат, широкий список SAPR-форматов. А также мы поддерживаем BIM-форматы, это и DVG, и IFC, и другие, которые пользователь импортирует без всяких конвертаций и сразу, надевая шлем VR, может по этой модели перемещаться и с ней взаимодействовать. Но самое главное, в виртуальной реальности он может находиться не один, он может туда подключить своих коллег, своих заказчиков, либо, например, студентов, и в VR может быть 5, 10, 20 и более человек, при этом находящихся в разных точках мира. При этом наши решения не требуют навыков программирования и не требуют, для него не обязательно доступ к интернету для того, чтобы наше программное решение работало. Эффект от внедрения, он достигается на всех этапах жизненного цикла изделия. И если мы говорим про промышленное применение, то, например, при работе с 3D-чертежами, например, приемкой, которая может занимать несколько недель, а то и месяцев, использование виртуальной реальности взамен просто плоским экраном, позволяет ускорить этот процесс практически в два раза. И при этом за это же время найти гораздо большее количество ошибок, что очень важно с точки зрения того, что ошибка, которая обнаружена на этапе строительства, она увеличивается в цене в 10 раз, если бы она была бы обнаружена раньше. Ну, потому что мы уже строим, и если вдруг у нас возникает коллизия, то все переделать здесь уже гораздо-гораздо сложнее. У нас сейчас уже более 70 клиентов и более 2000 пользователей со шлемами VR, которые активно используют наше решение. И хотя мы изначально нацелены на машиностроение и строительство, большее количество клиентов у нас именно как раз в образовании. Это вузы, колледжи, школы, где стоит задача по подготовке высококвалифицированных специалистов для машиностроения, строительства, для промышленной отрасли, навыкам работы с BIM, SAPR, цифровыми технологиями и в том числе виртуальной реальности. Из наших заказчиков, например, «Газпромнефть» использует наше решение для обсуждения BIM-моделей. Вы пропали, вас не слышно. Денис,
К сожалению, Дениса не слышно. Пожалуйста, переподключитесь, если вы меня слышите. Я предлагаю передать слово следующему нашему спикеру Александру Клочкову, руководителю направления системы виртуализации SoftLine. Александр, скажите, вы с нами? Да, слышу вас хорошо. Можете, пожалуйста, перенять доклад, и мы потом дадим Денису закончить свой доклад. Да, давайте попробуем, если Денис вернется, с удовольствием это сделаем. Так. Поделиться контентом. Тиан, подскажи, есть рабочий стол? Все есть. Угу. Коллеги, добрый день еще раз. Меня Клочков Александр зовут. В компании SoftLine я отвечаю за направление систем виртуализации. Соответственно, уже больше 12 лет занимаюсь проектами по виртуализации, виртуальным рабочим местам, кластерам, вычислительным и всему прочему. Сегодня с удовольствием присоединился к коллегам, да, кто рассказывал про BIM-проектирование вообще, в принципе, да, конструкторскую, архитекторскую, проектировочную деятельность. Да, почему? Потому что занимаюсь решениями по созданию виртуальных рабочих мест, где в том числе без проблем можно создавать рабочие места с поддержкой тяжелой там 3D-графики, да, с обработкой тяжелой 3D-графики и получать огромное количество плюсов от применения технологии именно VDI. Соответственно, больше 15 лет в IT. Первый свой проект по VDI на более чем 1000 рабочих мест реализовал в 2012 году. То есть, когда еще не было никаких там трендов пандемии, удаленок и всего прочего, да, когда заказчики понимали, что VDI это не только про удаленное рабочее место, да, это еще про гибкость, эффективность, про сокращение затрат на каждое рабочее место, про там удобство эксплуатации и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, сегодня об этом поговорим чуть более подробно. Но для начала, да, для того, чтобы синхронизироваться, а буквально три слова, что есть VDI. Да, на понятном языке VDI – это когда мы физическое рабочее место, физический ARM из-под рабочего стола, назовем это так, да, переносим в COD, в виртуальный вид, и этот ARM у нас перестает быть физическим и персонализированным, да, перестает принадлежать какому-то конкретному сотруднику, он становится виртуальным, крутится на мощностях COD и отвязывается от сотрудника. В чем плюсы? Плюсы в том, что этим рабочим местом мы начинаем управлять послойно. Да, что это значит? Это значит, что у нас создается несколько слоев. Первый слой – это операционная система, второй слой – это приложение, и третий слой – это пользовательские данные. И плюс как раз-таки основной в том, что каждым из этих слоев можно управлять отдельно управлять операционной системой, делать на каких-то там ее вариантах шаблонные там золотые образы. Да, и если требуется произвести какие-то обновления, да, операционки или там патчи, дополнения, то делаем это один раз, а из этого золотого образа на утро там тысячи сотрудников получают, соответственно, уже обновленную версию и не замечают того, что они начали работать там на какой-то проапгрейженной редакции. Также есть возможность управлять приложениями, то есть какие-то приложения, например, которые обязательно необходимы всем пользователям, сотрудникам, студентам, мы можем включить внутрь золотого образа, например, там какие-то архиваторы, какие-то там офисные пакеты, ну, то есть то, что нужно абсолютно всем. А какие-то приложения, вот зачастую в список которых и попадают, да, там CAD, BIM и остальные, да, там решения для проектирования, можем завернуть в отдельные пакеты, изолированные, создать из них библиотеку приложений и мгновенно подключать тем или иным сотрудникам по требованию. Что это позволяет делать? Да, это позволяет сократить время доставки или установки такого приложения сотруднику там с нескольких дней, да, через заявку, через установку, через подключение до там практически нескольких минут. От вас, как от службы сопровождения, будет требоваться только нажать кнопку и проассоциировать нужный пакет там с нужным студентом, сотрудником, разработчиком или там конструктором.
И, соответственно, третий слой – это слой пользовательских данных. Да, естественно, мы все наработки пользователя храним теперь не на физическом рабочем месте, да, которое там подвержено каким-то поломкам или, не знаю, там другим каким-то, да, происшествиям, а мы выносим его, храним на каком-то централизованном хранилище, централизованно бэкапим в случае необходимости, да, этот сотрудник может перемещаться между разными серверами, между разными своими виртуальными машинами, вплоть до там разными даже дата-центрами, да, если мы говорим о каких-то больших коммерческих организациях. Соответственно, если вот подытожить, да, все, что говорил, виртуальное рабочее место, это когда? Да, это когда пользователям нужно быть мобильными, когда нужно сокращать расходы на, как на модернизацию, так и на сопровождение парка физических ПК. Нужно обеспечить безопасность работы, да, ну и, естественно, когда нужно там решить задачу оснащения армами типовых рабочих мест на основе шаблонов. Соответственно, проблематика, про которую мы уже говорили, это длительное время подготовки рабочего места. Да, в случае с VDI мы это место можем готовить за минуты. Длительное время установки ПО. Опять же, в случае с VDI мы можем делать это молниеносно. Низкая мобильность пользователей, да, которую, понятное дело, при работе с VDI можно перевести в сценарий «работаем откуда угодно, когда угодно» и там с какого угодно устройства. Ну и сокращение финзатрат, да, на сопровождение всего этого парка и так далее. Там по опыту инфраструктуры с несколькими тысячами рабочих мест могут сопровождать там 1, 2, 3 сотрудника, да, в вполне себе комфортном режиме работы. Соответственно, что же мы сегодня говорим про КАДы, БИМы, конструкторов и так далее, а какую же проблематику, да, мы с помощью VDI можем решить в том числе и для них. Да, естественно, в большинстве случаев сотрудники, конструкторы, архитекторы привязаны к своим графическим станциям, потому что эти графические станции должны по своей производительности, да, быть достаточно мощными. При этом производительность этих армов чаще всего сильно завышена из-за неежедневных задач, то есть зачастую, какую ситуацию видим у своих заказчиков. Есть конструктор, он там 90% своего времени работает с какими-то не огромными моделями, да, которые могут решаться на оборудовании, не знаю, там в три раза слабее, чем у него есть. А раз там в месяц, не знаю, он собирает там какую-то мегамодель, да, из десятков или даже сотен тысяч элементов, да, и эта задача у него требует как раз-таки там супермощностей, из-за которых, да, вот одно рабочее место у заказчиков зачастую и дотягивается там до миллиона, а то и выше рублей, да, соответственно, с использованием VDI вот эту негибкость, да, в оснащении рабочего места можно устранить. Эти ресурсы можно выделять динамически в зависимости от той задачи, которую сотрудник решает на текущий момент. Чаще всего обрабатывается коммерческая тайна, да, и при помещении всех армов в виртуальный вид в ЦОД, да, в контур безопасности, мы четко понимаем, как эта информация и где хранится, да, определяем политики по ее там копированию, выносу или обработке, да, и, соответственно, еще один фактор – это то, что объем моделей, передаваемых по сети, когда работа с моделями идет с армов, она зависит, скажем так, от параметров сети, от задержек. И, соответственно, если архитекторов, конструкторов пересадить на удаленку, а модели там многогигабайтные или даже терабайтные, такие тоже видели, останутся жить в ЦОДах, да, то, наверное, работать будет не сильно комфортно. Когда мы рабочее место перемещаем в формат VDI, соответственно, помещаем его практически в одну оперативную память с теми моделями, которые сотрудник должен обрабатывать, да, то доступ от рабочей станции к этим моделям, да, происходит буквально там за миллисекунды, чем увеличивает производительность и эффективность, собственно, работы этого сотрудника. Естественно, никаких конструкторских задач, да, там кадовских, архитекторских нельзя решать без графики, да, без обработки графики. Соответственно, тут технология
она выглядит следующим образом. Мы сервера оснащаем одним или несколькими там графическими адаптерами, при этом каждый из которых достаточно производительный. Да, но мы не отдаем каждый графический адаптер одному пользователю, мы его в кавычках, так скажем, нарезаем, да, разным сотрудникам. Если взять, например, какой-нибудь адаптер NVIDIA, да, там с 40 гигабайтами графической оперативной памяти, мы его можем с делением, там, с гранулярностью вплоть до полгигабайта или гигабайта графики, да, отдавать там, соответственно, там 80 или 40 сотрудникам. Соответственно, на этом в большинстве случаев и происходит экономия. То есть мы не ставим какой-то мощный адаптер каждому сотруднику под его там стол, да, в физическом арме, а мы ими оснащаем сервера и в зависимости от выполняемых задач делим между сотрудниками в динамическом виде. То есть сегодня он может получить 1 гигабайт графики, завтра 8 или там все 40, да, если его задача требует таких мощностей. Соответственно, какие же есть решения от отечественных производителей? Сегодня в реестре практически порядка 30 наименований отечественных производителей виртуализации. Практически все из них заявляют о том, что у них есть решение по VDI. Но тут важно сказать, что VDI в понимании разных производителей разный. Да, кто-то под VDI называет ручное создание там десятков или сотен виртуальных машин, ручное назначение пользователям и, скажем так, ручное решение проблем при там миграции пользователей, перемещении или там поломке серверов или виртуальных машин. А кто-то понимает полноценный брокер VDI, да, к которому мы все привыкли, который похож там на решение от Citrix, Horizon или еще каких-то импортных аналогов. И, соответственно, вот в этой всей палитре мы как партнер разбираемся. Отечественными решениями мы занимаемся не первый год, потому что февральские события для нас как бы они стали сюрпризом, но не стали, скажем так, технологической неожиданностью. Да? Многие из наших заказчиков уже несколько лет жили и живут под санкциями, соответственно, всеми этими задачами мы уже более 2,5 лет занимались, и занимались достаточно успешно. Соответственно, мы понимаем, как всех этих производителей делить на сегменты, в чем их сходство, в чем их разница, на каких продуктах опенсорсных или там самописных они основаны. Да, мы можем об этом очень долго говорить. Сегодня у меня не так много времени, поэтому это больше такой информационный слайд, да, и призыв к диалогу. Да, то есть мы о их разнице, о нюансах, о сходствах, различиях, плюсах и минусах достаточно глубоко знаем. Прошли очень много проектов, внедрений, тестирований, пилотирований и так далее. Поэтому тут накоплена достаточно хорошая экспертиза. Обращайтесь, будем разговаривать и подбирать для вас непосредственно наилучшее решение. Соответственно, чем можем помогать? Да, можем помогать и в консалтинге. Здесь и про выбор, и про проектирование, и про внедрение, и про помощь при тестировании. Тестирование может быть как на наших мощностях, на наших площадках, так и на вашей территории. Да, можем после этого внедрять, мигрировать, соответственно, обучать, брать на дальнейшее техническое сопровождение. То есть весь этот спектр оказываем без проблем. Опять же, есть опыт, можем рассказывать об этом. Мы пропагандируем проектный подход. Сейчас очень много заказчиков приходит к нам с некоторыми там наработками, спецификациями того, что планировалось ранее, да, с просьбой вот возьмите это, просто поменяйте название, да, продайте. К сожалению или к счастью, за такие проекты мы беремся, но предлагаем заказчикам, да, все-таки вернуться к исходным данным, к постановке задачи, чтобы понять все то, что было собрано и выдано нам как исходные данные, оно соответствует вашим задачам, да, соответствует техническим решениям. А дальше уже без проблем идем и в проектирование, и в поставку, и в эксплуатацию, и так далее, и так далее. Про комплексный подход. Чтобы создать VDI какого-то программного решения недостаточно, да, все понимают, что нужно и серверное оборудование, сетевое, и какие-то хранения, и СРК,
и, естественно, средства защиты, тут и антивирусы, и доверенные загрузки, и так далее, и так далее. Соответственно, весь вот этот спектр, он у нас как у партнера есть, эти решения проработаны, и скажу даже более того, на систему VDI у нас есть несколько офферов уже готовых, скажем так, хардоферов, да, когда определяется количество рабочих мест, определяется количество узлов, там, площадок и так далее, и мы готовы за обозначенную в хардофере цифру, да, реализовывать этот проект. Такие хардоферы есть там для 100 рабочих мест, 200, по-моему, 300, 500 и выше, да, но если даже ваше количество не попадает под количество в этом офере, мы без проблем его достаточно гибко для вас переработаем и сформируем решение под ваше количество пользователей. С этим проблем обычно никогда никаких не бывает. Соответственно, какие же есть российские технологии VDI, да, именно с поддержкой 3D, на примере там трех отечественных решений. Александр, извиняюсь, да. У вас осталось три минуты. Окей, я услышал. Тогда вместо трех решений я просто покажу на примере вот этого слайда и расскажу общий функционал, да, то есть функционал, который предлагают отечественные производители. Это, естественно, доступ к рабочему столу с любого устройства. Есть клиенты практически всегда под любые платформы, под Linux, под Windows и даже под Mac, под мобильные платформы и iOS, и Android, то есть действительно с любого устройства. Доставлять могут практически любые сценарии рабочих столов, и персональные, и временные, и с сохранением состояния, и без. Доставка столов там и в терминальном режиме, и в режиме приложений, тут тоже, соответственно, проблем никаких нет. И вот на этом слайде вы видите пример, скриншот, скажем так, одного из решений, да, с его клиентской части, где для пользователя опубликованы несколько ресурсов, в том числе полноценный Linux, да, рабочий стол, полноценный Windows рабочий стол, какие-то отдельные приложения, которые сотрудник может запустить без полноценной, да, там, оболочки и так далее, и так далее. То есть практически любой ресурс в виде любого приложения или рабочего стола, какой бы то ни было платформы, мы можем доставлять через брокер VDI. Соответственно, пропустим несколько слайдов, как это может быть выглядеть, да, и у меня есть, собственно, перейдем то, что для текущей аудитории было бы интересно, да, сегодня говорили про компас, соответственно, в режиме VDI этот программный пакет достаточно комфортно себя чувствует, да, какие-то слайды перемотаю, ролик, то есть у нас не было задачи что-то тяжелое сюда загнать, да, хотя такие задачи, ну, как бы, примеры тоже были. Была задача просто показать, что вполне себе решение работоспособное и какие-то нагрузки может нести достаточно легко. Есть еще ролики с геопроектированием, да, когда уже модели потяжелее, там не из одной сотни тысяч элементов состоят, да, соответственно, внутри VDI такие проекты тоже достаточно комфортно работают и так далее. Если у вас какие-то сейчас задержки возникают, связанные там, не знаю, с обрывками или там лагами, это, скорее всего, вот из-за интернет-соединения, да, на моей рабочей станции это все обрабатывается достаточно корректно. Но, естественно, это не только про проектирование, да, в VDI можно решать и задачи какого-то мат-моделирования, мат-расчета. Здесь, я так понимаю, в пакете от Siemens идет расчет каких-то там супраматовских параметров, да, в относительной точке. Соответственно, для этого всего ресурсы и там подход VDI тоже применим. О чем еще сказать? Наверное, об опыте. Буквально пару слайдов расскажу с опытом. Это проект для строительного девелопера, практически 300 проектировщиков. Была задача сократить время доставки изменений в моделях, да, без участия бумажных там носителей и всего прочего, с объекта до проектной модели. Соответственно, перевели
прошлом году 300 проектировщиков на модель работы с VDI. Теперь они на объектах появляются либо с планшетами, либо какими-то слабыми по производительности ноутбуками, да, и при этом могут вполне себе выполнять задачи проектирования в тяжелых приложениях. После того, как проект реализовали, заказчик поделился информацией, что он стал нанимать сотрудников, да, в проектировщики из других регионов с целью сокращения фото, да, что вот есть специалисты не ниже по уровню, да, но при этом за меньшие деньги он нанимает на работу удаленно. Такой сценарий работы позволил это реализовать. И, соответственно, опыт в промышленности, почти 4000 рабочих мест, все из них с поддержкой графики, у кого-то более тяжелое, у кого-то там менее тяжелое, да, но суть в том, что все 4000 рабочих мест работают с поддержкой графики. Кроме того, что мы их пересадили на удаленный графический режим, да, мы еще и реализовали защиту системы VDI, да, в виде двух цодов геораспределенных с выносом в третью облачную, да, как резервную площадку. В компании Softline есть демо-кафе, где многие из показанных решений, да, уже развернуты, соответственно, через ваших там аккаунт-менеджеров мы можем проводить для вас какие-то демо-показы, демо-стенды, да, демонстрации и показывать те или иные решения уже в развернутом виде, чтобы сэкономить ваше время на ознакомление с их функционалом. А какие-то решения, которые заинтересуют, да, там уже разворачивать у вас в инфраструктуре и проводить более детальные пилоты. Соответственно, времени чуть меньше, чем хотелось бы, но постарался донести до вас применимость технологии VDI даже для работы с тяжелыми приложениями. Если есть какие-то вопросики, готов на них ответить. Спасибо большое, Александр. К сожалению, вопросов нету. Напоминаю участникам, что вы можете задавать свои вопросы во вкладке «Вопросы». Итак, мы даем довести свой рассказ до конца нашему спикеру Денису Захаркину. Денис, скажите, как нас слышно? Да, я здесь. Меня слышно? Да, вас слышно. Можете продемонстрировать свой экран, включить презентацию. Угу. Да, извините, меня выкинуло. Так, и сейчас я запущу. Я постараюсь за 5 минут уложиться, рассказать про кейсы. Презентацию видно? Да, презентацию видно. Да, я, наверное, остановился вот на этом или следующем слайде, и давайте повторю немножко. Главный, собственно, эффект от внедрения виртуальной реальности в промышленности то, что это сквозная технология по визуализации и работе с BIM-моделью, с APR-моделью, с цифровыми моделями, ну и, конечно, в перспективе именно с цифровым новинком, когда это станет массово распространено. То есть виртуальная реальность нам позволяет, например, на этапе проектирования и приемки модели сократить время приемки в два раза и за то же время найти гораздо большее количество ошибок. Сейчас у нас более 70 клиентов, это машиностроение, строительство, но большее количество клиентов это как раз образование, это вузы, колледжи и школы, так как внедрение виртуальной реальности в промышленность, оно в том числе и связано с тем, что есть нехватка кадров, которые обладают цифровыми компетенциями, навыками работы с цифровыми моделями и в том числе с технологией виртуальной реальности. И у нас уже более 2000 пользователей, это пользователи, которые работают с нашим программным обеспечением и обладают шлемами виртуальной реальности. Например, «Газпромнефть» использует нашу технологию для задач приемки BIM-моделей. То есть они имеют возможность полностью загрузить всю свою BIM-модель, а это, по сути, маленький такой город с огромным количеством цехов, вот всю ее они загружают в виртуальную реальность и на этапе приемки по ней имеют возможность пройти, обнаружить ошибки и быстрее их исправить. В том числе они используют это для того, чтобы, например, будущих сотрудников можно было провести по этой BIM-модели до того, как их
направлять уже на реальные объекты, и они будут совсем знакомы. Синара транспортная машина производит локомотивы, имеет возможность полностью весь локомотив до болтика загрузить в VR. Их инженеры могут посмотреть компоновку, оценить удобство эксплуатации, эргономику. В том числе взаимодействие идет и с заводом, то есть когда на заводе возникают проблемы, они в VR подключаются, и инженеры, конструктора, технологи рассказывают про технологический процесс или обсуждают те сложности, которые могли возникнуть. Ну и, конечно же, обсуждение с РЖД. Выглядит это следующим образом, что есть, соответственно, SAPR-модель, сгружается наше программное обеспечение и открывает этот SAPR-модель в VR. После этого вы вот сейчас можете видеть то, что происходит в виртуальной реальности, то есть имеется возможность оценить эргономику, со всеми деталями взаимодействовать, что позволяет оценить обслуживаемость аппарата, или, например, провести обучение по тому, как эксплуатировать и обслуживать данное оборудование. Либо провести, например, демонстрацию на выставке, не привозя ее физически. В строительстве примерно то же самое, то есть еще на этапе проектирования есть возможность пройти по объекту строительному и посмотреть, насколько удовлетворяет требования безопасности, удобно располагается оборудование, все достижимо и все удобно проэксплуатировать. Также на этапе строительства интересный кейс, это на базе МГСУ прошлым летом проходила конкурс строителей под эгидой Министерства строительства РФ, где участники конкурса проходили разные задачи, в том числе им была задача поставлена в виртуальной реальности, они первый раз столкнулись с VR, VR была загружена BIM-модель и результаты лазерного сканирования, облако точек. И они могли провести визуальный факт, авторский надзор реального объекта, где за 5 минут они обнаружили все ошибки, коллизии, которые были допущены на реальном этом объекте, и также смогли прокомментировать их и предложить пути решения данных проблем. Ну и, конечно, образование. В образовании данная технология сейчас, по сути, является уже стандартом, активно везде внедряется и позволяет преподавателю в виртуальной реальности проводить урок. То есть туда подключается сам преподаватель, все его студенты, причем они могут подключаться дистанционно, они все друг друга видят, и преподаватель может рассказать, как устроен двигатель, как работает система, как работает, например, турбина, при этом не имея такой физический макет. То есть не надо иметь сотню разных физических макетов разных видов двигателей, можно часть из них перенести в виртуальной реальности и таким образом, понятное дело, не всегда под все объекты хватает места. Также мы участвуем и проводим совместно с вузами хакатоны, например, хакатон для школьников, где их задача была спроектировать квартал, и в виртуальной реальности они могли быстро получить обратную связь на то, что они создали или спроектировали, с целью того, чтобы понять, как важно соблюдать единицы измерения. То есть, например, здесь они не соблюли единицы измерения, когда оказались внутри дома, они увидели, что у них низкий потолок или достаточно высоко находится подоконник. То есть вот эти вещи дали им обратную связь, и они уже такие ошибки в следующий раз не совершат. Также мы с Моспромом проводили интересный хакатон, в котором также участвовала компания Ascon, где в первый день студентам была дана задача в виртуальной реальности. У них находился стол, где они команды туда погружались, и нужно было собрать изделия. Когда они его собирали в виртуальной реальности, нужно было понять, какие детали не хватает, пойти спроектировать их компас, поместить в VR и провести демонстрацию в отношении того, что это за изделие и каких деталей не хватало. На следующий день у них была задача модель в компасе и найти 30 ошибок. Причем они могли искать их как на плоском экране, так и в VR. И было интересно увидеть, как студенты, которые только-только получили навыки работы с VR, быстро переключились на VR, потому что они поняли, что работать с объемной моделью и искать в ней коллизии гораздо проще в VR. А когда они находили, они их уже исправляли в компасе. Также, работая с образованием, мы сталкиваемся с проблемой, то, что преподавателей сейчас почти никто не готовит навыкам работы с цифровыми технологиями и тому, как их применять методически в образовательном процессе, особенно если речь идет про виртуальную реальность. И мы сейчас запустили Академию Акселератора и получили более 2000 заявок, и в прошлом году обучили более 1000 преподавателей как раз тому, как внедрять эту технологию, виртуальную реальность, как внедрять технологию виртуальной реальности именно в образовательный процесс. Не только с точки зрения там, разработки, а именно с точки зрения методики, формирования урока, сценария урока и организации этого процесса. Спасибо большое за внимание.